Всем привет, народ! Вы, как всегда, на моих YouTube-каналах. Сегодня поговорим о монете Quant. Сразу перед видео я предупреждаю всех о рисках в инвестициях и напоминаю, что риски везде всегда присутствуют. Никогда никого ни к чему не принуждаю, просто рассказываю, куда лично инвестировать, где зарабатывать, где можно заработать, а входить в проект или нет, решение принимаете вы сами. Также не забываем подписываться на оба моих канала. Первый канал — это Мегабабки, второй канал — это Bitcoin Leader TV от Мегабабок. Ссылочки в описании. Поговорим сегодня, как уже сказал, о монете Quant. Это криптовалюта, которая хочет опередить биткоин и другие криптовалюты, да, и стать топом криптовалют. Почему именно Quant займет эту позицию? Так как монета имеет очень большую проходимость, то есть они имеют очень быструю передачу средств, также минимальная стоимость монет передача, то есть самая... То, что они предлагают до 1 цента за транзакцию, что также очень большой плюс. Давайте опустимся ниже, мы находимся на главной странице проекта. И здесь показана нам скорость, да, то есть сравняется с животными скорость. И, как видите, биткоин у нас 7, и это черепаха. Также мы можем видеть эфириум, это у нас слон, и у него циферка 20. Ну а здесь, конечно же, Quant, который занимает 2000 плюс, и это у нас, конечно же, пантера, да, либо какая-то кошка охотничья. Ну, в принципе, по комиссии, как я уже сказал, занимает стоимость комиссии при переводе средств до 1 цента, что также очень приятно. Также можно зарабатывать еще на парамайнинге. Вот как это все происходит. Вам просто нужно создать кошелек, купить монеты, завести их на парамайнинг и получать прибыль. Есть калькулятор доходности, также можно все просчитать, сколько монет вы купите, сколько вы заработаете. К примеру, 1000 монет, сколько вам будет приносить доходность. Что еще есть? Мы можем видеть, что о них разговаривает уже СМИ, то есть проект начинает набирать обороты, и сейчас есть время хорошо зайти и начать здесь зарабатывать деньги. Есть онлайн консультант, если у вас возникают вопросы, также можно к ним обращаться. Также мы можем видеть, есть дорожная карта и команда Quant, то есть администрация, которая запустила этот проект, они не прячутся, что также большой плюс. А что еще бы вам хотел бы посоветовать? Посоветовать хотел бы вам зайти в панелечку YPL, да, то есть вы заходите и здесь полностью все описано, то есть вы понимаете, о чем этот проект создан. Здесь 28 страниц, но они все вам здесь объясняют, рассказывают, почему именно Quant занимает лидирующие места для того, чтобы инвестировать и в нем зарабатывать. Также мы можем видеть, что здесь есть и дорожная карта, и распределение, почему биткоин медленнее, да, то есть здесь все очень конкретно и понятно расписано, что также очень хорошо. По минимальной стоимости я также уже говорил, один раз в 3 секунды 10 тысяч транзакций в блоке. То есть это все очень круто. Также есть сравнение с криптовалютами и другими кошельками по комиссиям, по времени отправки. Также есть у нас распределение средств по количеству купленных монет. Давайте мы опустимся ниже. Вот, как видите, да. То есть, если у вас на балансе, там, например, от 0 до 500 монет, вы будете зарабатывать 0.8, да, и так далее. То есть, это все распределение, все очень понятно и хорошо расписано. Если кого-то интересует партнерская программа, в проекте партнерской программы нету. Почему? Потому что это вам не хайп. Это криптовалюта, которая хочет быть первой. И это очень большой плюс. Также мы можем видеть здесь, что есть безопасность, есть распределение токенов. То есть мы можем видеть также, сколько куда уйдут токены. Да, то есть это также все здесь расписано и понятно показано. И есть соцсети. В соцсетях мы можем зайти в Instagram. В Инстаграме мы можем видеть много разных красивых картинок, которые рисованы именно для этого проекта, что также дает вид, что проект реально стоящий, и он не будет там где-то у кого-то воровать картинку, либо еще что-то переделывать, перелепливать, а они заказывают именно для ихнего проекта, и это также
значит, что проект будет развиваться. Также они проводят вебинары, не так часто бы, как хотелось, но в принципе они здесь есть. И если у вас, конечно же, возникают вопросы, вы можете его дождаться и, конечно же, зайти и пообщаться с администрацией, задавая свои вопросы. Что еще бы вам хотел бы рассказать? Как здесь зарегистрироваться? Нажимаем Quant Wallet, открывается панелька регистрации. Сейчас, в принципе, это ничего сложного не составляет. Нажимаем регистрацию, после чего открывается панель регистрации, вы нажимаете создать кошелек, открываются ваши слова, вы обязательно их должны сохранить, это очень важно. Вы сохраняете, включаете «Я сохранил ключ», нажимаете «Создать кошелек». Все, вы уже создали кошелек, на котором вы уже можете хранить деньги, отправлять другим пользователям, также купить монеты на него. То есть это все легко и просто. Если вы хотите зайти в свой личный кошелек, вы нажимаете панелечку «Войти», после чего опять же вводите свои слова, которые вы сохранили при регистрации. И нажимаете «Войти». И вы попадаете в свой личный кабинет. На мое мнение, проект реально стоящий. Если вам проект также нравится, вы можете пройти по ссылочке внизу в описании, зарегистрироваться и, конечно же, уже начинать зарабатывать. Не забываем о том, что риски, конечно же, везде всегда присутствуют. Не забываем ставить лайки и подписываться на канал. Всем спасибо за просмотр и всем пока!